30 апреля 2020 года мы пришли сюда. Вот мост большой, красивый. А вон внизу полиция идут втроем. Вот эти кораблики, а вот вот. Вот у меня ураган со мной пришел. Это машины идут. Пришли свежим воздухом подышать. И везде везят флаги. 9 мая, видать, и написано. 1945 год. Прага, Вена, Берлин. По порядку, как завоевывали. Так все это идет. Вот так. Прошли весь мост. Мост. Вон, видать, далеко вышка. Телевизионная вышка. Это там. Я ее не вижу. И везде флаги. Москва. 42-й год. И 45-й заканчивается Берлином. Я потом посчитаю, сколько этих вывесок сделал. Вдоль столбов и столбов. Праздник встречают так. Это хорошо, красиво. А тут площадка, видно, вертолетная площадка. А там играют с детьми. Вот мы прошли сюда с ураганщиком. Три ряда. В одном направлении, три ряда в другом. Новый мост Барнаул. Прекрасный город. Зелени сколько. Везде зелень. Но это уже на другой стороне. А там он как раз видится и храм. Ну-ну-ну, сейчас пойдем, пойдем. Вот он, ураган. Жизнь продолжается. Дивный Господь. Там что-то фонарики мигают. Машины идут и внизу. Павлов, Рубцов, он там даже написан. Вот так. Я не могу вышку охота найти, где тебе вышка. Вот, сейчас пойдем, пойдем сейчас, пойдем. Ветер тут сильный дует. Сейчас пойдем. Везде висят флаги. Божественные флаги. Нижняя означает кровь, все рождаются. Синее небо и белый престол Божий. Сколько столбов, сейчас я скажу на конце там, и сколько флажков. На эту сторону, тут написано речной вокзал. И там 23 пролета с одной стороны, 23 с другой. И везде висят надписи. Москва освободилась, когда в 42-м, и дальше 45-м. Первая здесь начинается, Москва с левой стороны. А направо наоборот. Другой счет идет, как освобождали государство. 23 столба, 23 пролета. А между пролетами, я же считал, 34 шага моих. Ну, поскольку они, надо замерить. 34 шага. Нет, не 34, 27, 54. Во, что же, 54 шага между столбами. Это вот опь. Находили мы на тот край, с той стороны, и пришли сюда. С ураганщиком. Сейчас, сейчас, сейчас.
а 23 столба, ну вот выходит, если так, то 22 пролета. Ну и вот умножить тут на сколько метров, можно узнать ширину моста. Конечно, он идет еще и над сушей, где, ну хорошо придумали знак победы. У меня отец воевал, он в первый же год пострадал под Смоленском. Страшное, говорит, дело было, рассказывает он. Руку оторвало, почти по локоть, это выше локтя. Культяпка маленькая была только. А оторвало всего лишь кисть. А пока довезли, да пока делали, ну и вот так. Три дяди по матери, Макарий, Филарет и Мануил. Как говорят, все были артиллеристами, никто не вернулся. Так что эта победа дорого далась. В конечном счете сейчас считают, 28 миллионов не вернулось. Ну, так или не так, это же говорят. А во Вторую мировую, говорят, 55 вообще во всем мире погибло. Половина жертв на русских падает. Да, это вот как разворачивается здесь. Здесь он виден храм. Это около речного вокзала. Это монастырь, женский знаменский монастырь, так называется, Барнаул. Ну и пошли домой, везде флаги. Божественный флаг российский, один на весь мир. Не конфессиональный он, не временный, не национальный. Все рождаются в крови, думать надо о небе и белый престол. И все это кверху, не боком, как в Парижской коммуне. Флаг этот, я его просто влюблен в него. Божественный, это проповедь. Ну что, мы пошли домой, ураган. Все, ураганщик, но хороший мой ураганщик. Ой-ой-ой, пойдем мы сейчас с тобой, ну давай. Здесь вот здание большое, сейчас мы посмотрим. Там должно быть видно даже, будет и мост. Вот он где. Вон там, видать, мост между зданиями. Вот сегодня утро раннее, мало машин еще там идет. А это так вот площадка готовится. Вот такие же дома думают здесь строить. Хорошая губа. Там по берегу тоже рыбаки. Так. И как хорошо отдыхают, никто им не мешает. И благословен Господь. Красота какая-то, Барнаул, красивый город. Даже вот губа, это даже еще не Обь. Вот за этими деревьями Обь. Как все красивые дома, какие стоят. Вот здесь был мэр города, входил в лучшую десятку мэров России, Баварин Владимир Николаевич. Мы были близко знакомы были. Он приезжал ко мне на дом, голубятник тоже. И вдруг погиб. Очень и очень жалко. Я никогда не хожу на эти мирские похороны, а тут пошел в дворец спорта. Как-то все быстро меняется. Бывший губернатор, ректор университета, все были знакомые. Прокурор края, краевой судья, все заменилось за последние 10 лет. И заново надо теперь искать хорошего. Видите, какая река. Тут вполне можно даже... Тут заходят иногда катера... Большие, груженные, с песком, со щебнем, вот здесь разгружали. Но теперь тут, видимо, строят площадку. А люди работают. Как не пытаются задержать работу, а все равно работают. Видите, как хорошо приходят, сидят, никому не мешают. Конечно, привязаться можно к любому. А зачем это нужно? Люди работают, заслужили отдых. Так, ну а я что тут с ураганом? Так, рядом ко мне, рядом, сидеть, ну, сидеть, говорю, ну что, вон как, далеко забрасывает удочку, хорошо.